Егор, он читает книгу. Я же тебе сказал, что лично проконтролирую, чтобы больше никаких телефонов. Что-то я его здесь не вижу. Может, ты его иди сюда уродил? Там, слева. Где? Черт! Я не знаю, что вы там делали, но вам это нужно делать каждый день. Прем'єра «Дизельна комедія. Папаньки». З понеділка до четверга о 21:30 на ICTV.